И всем привет! С вами я, Александр Сучков. И сегодня я играю опять на другой уже программе записи видеороликов. Это, в общем, не важно сейчас. Короче, мы сегодня играем в Totally Accurate Battle Simulator при альфа 0.2.0. Landfall компания. В общем, мы сегодня так... Как мы не прошли 17-ю миссию, сегодня мы будем проходить эту миссию. Так, вот она. Так как у меня уже вся игра пройдена, я хотел пройти все-таки эту. Так, что вообще требуется вообще для этого? Для этого ставим сюда нашу штуку, сюда нашу штуку и сюда нашу штуку. Дальше ставим, ну, я точно не знаю, но давайте мушкетеров тогда. Нет, нельзя. Давайте футмана одного поставим. Типа он командующий, типа. Я не знаю, в общем. Так. Так. Я не знаю, что здесь вообще произошло, но, видимо, я даже не знаю, мы выиграли, проиграли. Не, мы проиграли опять. В общем, это, короче, ребят, надолго, наверное. Так. Так что, если я буду сейчас долго это проходить, так что перекручивайте видео на почти что на конец. Потому что это, наверное, надолго, ребят. Так, берем мушкетеров, ставим сюда. Берем одного Шелда, ставим сюда. Давайте проверим, будет ли работать с Шелдом что-нибудь, изменится или нет. Так, у нас перестреляли наших. Так, а дальше что? Ну, этих-то не убили, что такого-то? А, не, сейчас убьют, ребятки. Молодцы. Давайте. А, ну эти стрелы. У них же арчер, чё? Смысл? Вообще. Так. Тогда надо подумать, как я проходил в первый раз это прохождение и решил. А что если попробовать вот этих вот парней? Возможно, но не точно, они победят. Так что, если что, ну, короче, не обижайтесь. Если я не пройду, опять же. Так, давайте-ка. У нас есть наш вот этот вот Спирман, который один идет на всех этих парней. Так, у нас есть наши лучники, они начали стрелять. Как я уже заметил. Так, Спирмана сами наши убили. Да, это понятно. Так, и начинается, в общем, перестрелка. Возможно, но не точно, мы победим. Но как-то, я не знаю, возможно, смотря как решит компьютер, потому что все решит компьютер. Так. Да, пытаются убить кого-то и не убивают, смотрите. Так, убили нашего, у нас осталось 3 бойца, так, теперь 2. У них 3, это видно. Так, 1 у нас. Так, молодец. Давай, 2 еще. Он убил последний, но последний убил его, да. Так что, возможно, что наша команда победит их. Так, давайте нажмем на арчеров. Давайте тогда попробуем еще раз. Потому что это вероятно. Вероятность победы есть, ребят. Так что, возможно, если мы еще раз попробуем, только теперь уже ровнее... И, возможно, компьютер решит, что мы победим сегодня. Давайте я отсюда буду смотреть, ладно? Так. Окей. Так. Он убивает последнего. Они идут туда. Так, сразу нас же всех мочат. Мы тоже их почти что всех мочим. Но у нас, как бы, смотрите, как мало осталось-то парней. Все, наших замочили. Вообще всех, смотрите. Точность у них дофигенная. Все, мы опять проиграли, короче. Так. Окей, блядь. Сука, блядь. Ну почему не работает-то? Я не понимаю, у меня уже нет мысли, как можно их победить. Хотя нет, есть. Что если я сделаю вот так? Сделаю вот так. И сделаю вот так. Такая будет вероятность победы. Давайте вот Барбариана возьмем.
Возможно, так как я Барбариана ближе поставил, смотрите, он побежал уже. Возможно, но не точно, то, что мы увидим. Давайте на дерево посидим так, посмотрим с дерева, как у нас будет что происходить. Хотя, похрен на это дерево. Карта офигенно как красивая. Так. Так, давай-ка. Ну чё наши-то, блин, мешаются? У нас один щитом остался. Видите? То есть он спокойно уже может как-то пройти мимо врагов, и его не убьют. Смотри, давайте это, его лица посмотрим, что он будет делать. Да, его убили. Попали в него. О, зато он... Да, все, сработало, ребят. Мы прошли 17 миссию. Ладно, это понятно, то, что нам нужны были тоже лучники и шилды. Самурай и викинги. Викинги это у нас шилды, а самураи это... Да хер, короче, его знает. Так, давайте поставим шилдов. Так, ставим шилдов, у нас остается 20 монет. Берем Барбариана. Все. Видно то, что наш Барбариан уже там. И бежит он на них. Смотрите, первый. Смотрите, его сейчас смотрите, как убьют. Или не убьют. Ха, он одного убил все равно. Офигеть. Ладно. Они бы добавили еще к щитоносцам что-нибудь такое. Какое-нибудь оружие интересное. То просто щитом они ходят, как-то неинтересно. Так. В одной руке должен быть щит, в другой какой-нибудь меч. Прикольный. Ну ладно. Так, ну все, мы победили. У нас остался один враг. В одной меч, в другой щит. То есть в одной рукой меч, в другой руке щит. Это было бы более прикольно, чем сейчас. Так, и что ж, у нас хвача и мушкеты. Так, вот у нас тоже есть хвача. Давайте ее используем. Так, и теперь у нас есть 350 монет, на которые мы сейчас будем использовать. Так. А 350 монет можно... Нет, на мушкеты нет. Нет. Хотя... Можно попробовать. Это маловероятно, но... Можно как-то попробовать. Смотрите. Что же будет? Смотрите. Ох, нифига. Зато мы разломали эту штуку. И мне кажется, это, ну, нормально. Так, на всю эту карту. Так. О, ну все, нас убили. Так. Их осталось там, ну, точнее, такое же количество. Так. Так, значит, свачу я брать не буду. Буду брать баллисту. Баллисту возьму. И что же... Стоп. Клирим. Вот так давайте поставим. Нет. Как-нибудь давайте так. И здесь вокруг пусть будет мушкетер каким-нибудь. Ну не вокруг, ну ладно, вот так как-нибудь. Вот эта штука вообще всегда нас спасала. Охренеть, нас всех убили сразу, блин, вот эти вот враги наши. Так, ладно. Что мы можем еще сделать против них? Поставить вот эти вот штуки. И два самурая пусть будет. Самураи давно не выходили у нас. Так. Ну давай-ка. Ну все, одна там что-то застряла. Эти стали стрелять. Наших самураев тут двоих убили. А эти стали кататься. Ну, интересно, конечно же. Кто не знает, то что там конец карты, ребят. И вы можете упасть. Вот самый прикол, то, что они сделали. Вот. Возможно, карты они продлят, но маловероятно. Так, самураи нет, викинги нет. Кто может помочь вообще? Спасет ты. Давайте... Пусть эти попробуют. Так. Мушкетные мальчики, давайте. Окей, давайте. Попробуют пусть хотя бы. У нас один только воин и все мушкетеры. Чё, я прошел? Охренеть! Ну ладно, давайте. Охренеть! Что сейчас будет 20-й миссия, ребят? Это обязательно надо за это лайк поставить. Так,
эти, как они, курочки последователи, это чикенмены. И чикенмен-мен, который, ну, понятно, что делает. Хотя нет, непонятно. Я долго думал, что он делает, и я так и не понял. Ну ладно. Так, наших перебили. Че, наши его вообще не могут что любить, блин? Почему? Я не знаю. Возможно, это как-то можно сделать, но я пока что не пробовал. Давайте возьмем... Где он там был-то, наш мушкет? Поставим их сюда. Попробуем. Сработает или нет? Немного ошибся, ну ладно. Давайте очистим. Так, ничего-то не ставится. Ладно, вот так давайте поставим. Так. Ставим. Блин, да почему так криво там, блин? Они ставятся там, блин. Короче, ставим их сюда. Вот так я проходил это место. Давайте ставим. Ровно, чтобы они были. Я не знаю, почему они не ровно ставятся. Должны ровно ставиться. Вот так, как у меня сейчас. Так. Отлично. Все. И берем одного Спирмана. Его тоже ставим куда-то. Кинем. Давайте. Так. И посмотрим, победят ли мушкетеры наши, которые мы сделали против нашего вот этого вот курочкина огромного. Посмотрим. В общем, как бы все готово, давайте посмотрим, сработает ли это или нет. Я, если честно, не знаю, потому что, возможно, это сработает. Ну, хрен, короче, его знает. Так, пока что все идет нормально. Так. Вообще, я так побеждал, ну ладно. Давайте посмотрим, что будет происходить дальше на нашем... В нашей игре. Давайте посмотрим. Так. Давай-ка. Ну, стрельните еще раз. Давай. Нет, его курицу убили. Так. Значит, что мы делаем? У нас не получилось. Но, возможно, это еще не конец. Возможно. А что мы делаем вообще сейчас? Берем одну нашу штуку. Ставим ее куда-нибудь сюда. Берем мушкетеров. Тоже ставим их сюда. Пофиг как. Вот так давайте. И 30 монет у нас остается на Потчера. Возможно, так пройти. Но... Не знаю. Блин. Кривая. Ну, хрен его знает, короче. Так. Ну, все патроны туда улетели. Ты чё, вообще? Ну, блин, ну почему? Ладно, давайте посмотрим отсюда, что же будет дальше происходить там. Ну почему? Они стреляют в него, ну и что дальше? Ну, мы его и не победим никак. Ну, вы посмотрите. Они просто не стреляют туда, куда надо. Вы не понимаете просто. Так, охренеть. Да, я долго очень проходил эту миссию, если честно. Так, давайте воспользуемся тогда как... Нет, блисты давайте, блисты. Блиста. И где у нас тут наши мушкетеры? Так. Так, все, монет ноль. То есть, как бы получилось вообще идеально просто. То есть, у нас получилось на все. Так, ох, нифига он его, смотрите как. Прям в него стрельнул. Охренеть. Давайте с него посмотрим, что будет дальше происходить. Смотрите, как все отлетает красиво-то. Оу. Что, взорвали нашего? Ну ладно. Давайте, ребят, вы должны. Затащим. Так. Так, как там дальше-то? Так.
Так, где он там наш? Наш герой. Так, ладно, так, что мы делаем дальше? Так, ладно, все. Мы опять задефолтовали. Дальше что мы делаем? Дальше нам надо... мы так и не прошли эту миссию, но мы должны ее все-таки пройти как-то. Как-то все-таки должны пройти мы ее. Как ее вообще проходится? Мы сейчас посмотрим. Просто посмотрим. Я честно не знаю, как проходить эту миссию, но, возможно, я ее сегодня все-таки пройду. Ну, хотя, не знаю. Возможно. Хотя... Ну, я честно говорю, я не знаю, пройдется ли или нет. Возможно, не пройду я эту миссию сегодня. Возможно, пройду. В общем, все зависит от вас. Сейчас ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Это видео еще не заканчивается, так что, ребят, вот просто вы должны за это поставить лайк, за то, что я прохожу всю игру. Так, как мы вообще пройдем? Мы знаем то, что он неубиваемый, и убить его, ну, сложно, короче. Так, ставим нашу вот эту вот пушку вот сюда. Нет, вот сюда. Короче, здесь давайте. Ставим здесь ее, эту пушку. Дальше берем мушкеты. Ставим мушкетеров. Всех сюда. Так. Поставили мушкетеров. Берем 30 монет. Ставим сюда. Все. Теперь берем, включаем. Что будет, я не знаю. Блин! Твою ж мать! Да что ж такое-то за пушка-то тупая? Блин. Или тупая карта, которая камни. Нафига они здесь сделали, где спавнится эта хрень? Нафига это не сделали? Я это, честно, не знаю. Так, ладно, допустим, ладно, все. Ну все, мы просрём сейчас опять, блин. Хотя, если они нормально постреляют сейчас, то, возможно, мы победим даже. Хотя это маловероятно, потому что мы победим. Но хотя... Ну этот чё стоит вообще? Он живой, блин. Не стрелял вообще. А, его сейчас раздавили, блин. Офигеть. Просто. Офигеть. Да уж. Ладно, что мы делаем дальше? Нам нужна катапульта, ну хрен его знает. Катапульта пусть будет. И эти, блин, сраные мушкетеры, которым не выиграю все-таки сегодня. Мы будем играть до тех пор, пока я не выиграю в эту игру. Так, у нас прилетает наша штука. Давай же, нормально стрельни, пожалуйста. Да, смотрите, как подкатил, хорошо-то. Раздает сразу нашего этого курочкина, смотрите. Катает хорошо. Давай, давай, молодец! Вообще красавчик, давай. Еще. Ну еще. Он уже упал, давай. Давай, кидай. Он даже не кинул. Он должен кинуть, но он не кинул. Да ладно. Да ладно. Серьезно? Так, ладно. Давайте подумаем еще раз. Как же можно пройти эту миссию? Так, ее можно пройти очень даже просто. Давайте поставим сюда. Когда? Я не знаю, что уже работает, что нет. Потому что, ребят, мне уже пофигу как-то. Давайте поставим сюда. Где там наши мушкетеры? Поставим сюда мушкетеров. Так. И за 30 монет мы берем почера одного. Так. Берем нашего почера, и сейчас мы все сделаем. Берем почера и нажимаем play. Что будет, я вам говорю, я не знаю, что сейчас будет. Возможно, мы победим. Возможно, но не точно, ребята. Мы все-таки победим. Где у нас там наша пушка? Не понял, что произошло, но почему-то нас всех мочкануло. Пушка-то где? Вашу ж мать. Короче, пушка, ну, просто, ну, улетела. Так, ладно. Давайте нашу квачу возьмем. Давайте поставим ее куда-нибудь сюда. Берем наших мушкетеров, ставим сюда. Но! Теперь мы ставим еще и этих арчеров. Хотя надо было, наверное, наоборот поставить, ну ладно. Так, теперь у нас как бы такие силы. Очень даже красивые.
Ну да, ну почему ты опять не туда, скотина? Почему ты упала? Я же нормально тебя поставил. Почему ты постоянно падаешь вообще? Давайте, ребята, давайте. Вы можете, смотрите, как вы обстреляли уже. Вообще. Давайте, ребят, вы сможете. Давайте. Ребята, это вообще. Давайте. Ну, пожалуйста. Это ж так просто. У него всего там ХП 5000, наверное. Почему? Все, опять мы проиграли. Так, ну хотя бы мы уже подошли к тому, то что мы его ранили. Это уже хоть что-то, ребят. Так, ставим сюда. Так, теперь мы ставим арчеров сюда. И ставим мушкетеров. Вот сюда. Все. Так, ладно. Дальше идем. Так. О, теперь у нас нормально, в общем. Получилось. Поставил я нормально вроде. Давай-ка, пожалуйста. Смотри, о! Это идеальный удар! Вы видели, как он упал? Это было идеально. Так, давай. Ты сможешь. Кидай. Давай. Так, о, это, ну, не лучшее, ну, ладно, нормально. Нормальный удар. Так, все, мы нас сломали. Так, давай-ка, пожалуйста. Ребят, ну, давайте, ну, соберитесь, ну, пожалуйста. Я же не просто так как-то прошел эту миссию, давайте. Нет, мы проиграли. Это странно, но мы проиграли. Так, что же можно еще здесь придумать? Катапульту мы используем? Нет, катапульту нет. Мы еще ее не использовали. Надо попробовать. Давайте попробуем чуть-чуть вот этих и мушкетеров. То есть будет нормально, да? А, блин. Ладно, еще один. Пусть будет. Пофиг. Так, окей. То есть вот они у нас все спавнились. О, это... Охренеть! Его прям ударило этой катапультой, смотрите. Ну, все, скосил. Все. Коса стреляет, блин. Че ты, стрельнуть, что ли, не можешь в него? Блин, кидай. Да ты че, блин? Ну, почему ты такой тупой, блин? Почему ты не туда катапультируешь? Ты же первый раз нормально кинул. О, это лучший удар. Нет, не лучший. Конечно, было и круче. Когда в хедшот к нему попал этот. Ну, короче, было круче. Так, он падает. Он падает. Ребята, он падает. Йо, вообще красиво так. Так, давай. Еще. Нет. Да вы что, серьезно? Нет. Да блин. Так, ладно. Давайте баллисты поставим. Вот так и вот так. Здесь мы возьмем только мушкетеров, давайте. Только мушкетеров. Так, окей. Давай. Мы сможем. Мы сможем этот уровень пройти. У нас всего один враг. Если мы его убиваем, то пропадают сразу все курочкины. Мы это знаем, так как я уже проходил эту миссию. Кто не проходил, тот просто смотрите мое сейчас прохождение. Потому что это идеальное прохождение этой игры. Давай-ка. Ну, стреляй! Yes! Нет, не попал. О, прям смотрите, как он его рукой-то ударил, что он улетел с этого камня. Ну, давайте же, ребята, вы можете. Вам эти курочки нифига не сделать. Давайте, мочите его. Парни, давайте. Вы можете. Они даже не понимают, в кого стрелять. В маленьких курочкиных или в такого курочкина... Который, ну, просто зажрался, блин. Так. Так, ну все, мы опять проиграли. Да. Это сложно. Вы думали, 17-я миссия сложная? Вы ошибались. Вот эта вот 20-я миссия, самая последняя, она самая сложная. Так. Давайте используем тогда вот эту вот штуку. Я правда, не знаю, будет ли что-то работать или нет. Потому что... Со мной такое впервые, ребят, когда я не могу пройти миссию. Это серьезно, очень не круто. Так, здесь путь будет. Так, 10 монет есть еще. Так,
Погнали. У нас есть один простой, ну, то есть, не боец, просто так. Прохожий, блин. Так. На чем он там сидел, хрен его знает. Так. Давай-ка, мочите его, мочите. Вы сможете? Вы же пушки. Давайте. Давайте. Так. Оу. Не идеальный удар, но ладно. Так. Окей. Ребят, мы пройдем эту миссию. Я вам обещаю, то, что мы ее пройдем. Так, давай. Удар! Да не в того! Да ты что? Давай. Ни хрена его раскрутило. Пофиг. Так, ладно. Уже вариантов стало меньше. Так что как-то уже надо подумать, как можно победить. Я придумал что-то очень офигительное, ну, можно так сказать. Я поставлю просто, ну, не просто, ну, ладно. Армию, короче, футманов. Я не знаю, что сейчас будет. Будут ли они побеждать, или просто они будут идти, но не знаю. Возможно, я все-таки выиграю. Да, он просто их, смотрите, расшибает. Он падает, смотрите. Нет, он не упадет. Не упал. Так, так, вот наши футманы уже убивают курочкиных. Это как-то уже, как-то все-таки уже круто. То есть, смотрите, они за курочкиным бегают и пытаются его убить. Вот только посмотрите. Хотя в этом толку нету, ну ладно. Как-то, хотя бы что-то они делают, ребята. Ребята стараются, ребята что-то пытаются сделать, но у них ничего не получается, ладно. Так, давайте используем один такой. Один такой. Нет. Да. Вот так. 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 И вот так вот. Теперь давайте нажмем на наших мушкетеров. Ну, вот так вот. Так, берем 60. Это у нас будет пусть шилдер. Так, мы должны затащить, так как у нас, ну, пушек дофига. Ну почему ты не туда стреляешь-то, я не понимаю, тупое это оружие. Давайте, о, нифига они там, ни хрена себе, что они там устроили, смотрите. Офигеть. Офигеть, это просто идеально, смотрите, что они делают. Офигеть. Смотрите, этот огромный, как его назвать-то? Который в пальто ходит летом, я не знаю, как его еще назвать. Он сейчас упадет реально. Так, у нас еще. Он идет на маленьких этих людей, хотел сказать. Ну ладно. Так, давайте. Ну давай же. Ну все, мы опять проиграли. Ну ладно. Ладно, мы проиграли опять. Ну что ж такое-то? Ну почему мы не можем просто выиграть? Я даже этого не знаю. Но хотелось бы узнать все-таки. Почему? Почему эта вся штука не может просто выиграть? Я этого понять не могу. Потому что вот у нас 9 юнитов. Давайте. Смотрите. Вот нормально ведь стреляют. Смотрите, красавчики. Нормально, смотрите, он падает, он упал, смотрите, он упал, серьезно, он встал, он пытается встать, во всяком случае, ну, он что-то, да, он встал, ну, хоть что-то сделал он, ну, мушкетеры ему, наверное, ничего уже не сделают, да, мы опять проиграли. Так, что же можно еще ему такое сделать, чтобы он упал? Я уже даже не знаю. Но давайте попробуем несколько катапульт поставить в одном месте, чтобы до нуля было. Вот смотрите, сколько у нас теперь катапульт. И они все стреляют. Наверное, одна все-таки из них попадет по нему, нет? Так, он вроде уже падает, нет? Разлетаются все кто куда, блин. Да. Так, о, своего же попали. Да чё вы такие косые вообще? Этот вообще стреляет непонятно куда. Давай. Ни хрена, нет. Он не упал. Он просто не упал. Он пытается упасть, но не может. Почему-то.
Блин, своих всех, блин, уже убил. Так. Во! То есть, смотрите, он... Они его сбивают, но он что-то не может упасть. Смотрите, они его... Когда в него попадает это ядро, он как бы сбит, и он падает. Но он одновременно и не падает. Поэтому это как-то... Все-таки не сбиваем, пацан, короче. Но все-таки мы его сегодня собьем. Так. Давайте-ка. Устроим тут игру. Так, опять 9 юнитов. Давайте. Мы должны это сделать. Давай-ка. Пожалуйста. Давай, падай. Давай. О, он опять побежал. Смотрите, это что такое? Смотрите, такой еще походка идет. Да, у нас больше нет героя. Все. Это уже бесполезно. Так, ладно, давайте попробуем, ну, как бы, хотя бы попробуем способ сделать все-таки. Хотя я хрен знаю, я никогда викингами не пользовался. Но давайте хотя бы попробуем это сделать. Что будет? Да, они как-то пытаются его убить, но они бегут на маленьких курочкинов. Курочкиных, короче, как-то так. Так, то есть этот огроменный курочкин спавнит маленьких курочкиных, которые спавнят куриц. Я так понял. Как-то так. А курицы спавнят яйца. Но они еще этого не добавили. Это как-то странно все-таки. Так, вот они уже немного убили курочкиных. И наших тоже убили. Так, этот вообще ходит где-то непонятно где. Наверное, упадет. То есть карта вот как сделана она вообще. То есть она сделана, я не знаю, кругом каким-то. Которые пытались что-то сделать и не сделали. Смотрите, а что под картой? Я вам скажу, что просто вот такая вот штука. Там нифига нету. Просто вот такая вот штука. Непонятная зачем нужна она. В общем, как-то так. Как, не знаю, как бургер сделан, блин, какой-то. Так, возможно, они что-то с этим будут делать, хотя я не знаю, что они с этим могут сделать. Так, мы опять проиграли, давайте придумаем какой-нибудь, может, план? Или... Я просто, у меня уже нет никаких планов, потому что, ну, серьезно, их никак не победить. Как бы я ни пытался, какой бы я план ни придумывал, все равно я проигрываю. Это очень обижает меня. Ладно, у нас есть 5 штук, которым ничего не мешает, и они спокойно могут стрелять в него. Да, одно мешало, но она, смотрите как, брейкданс, блин. Давай. Ну почему вы в камень-то целитесь? Целитесь в него, блин. Ох, нихрена он отлетел-то, почти что упал, ребят. Давайте, давайте. Давайте. Это все крутится, блин. Вы можете. Ребят, вы все сможете сделать. В общем, ребят, мы все это сделаем. Короче, просто сейчас. Подождите. Я сейчас помолчал и, ребят, ну серьезно, ну так я, короче, я это сделаю, я их выиграю все-таки, ну и все, и закончу. Так, ладно, давайте как-нибудь еще придумаем, потому что планов как бы вообще все закончилось. Давайте одну баллисту возьмем, потому что, короче, хрен его знает, короче. Остается только вот такая штука и мушкеты, ребят. Мушкеты и все. Это единственное все, что есть у меня. То, что может сработать, возможно, сработает. Но еще не точно. Но возможно. Такой шанс есть, то, что мы все-таки сегодня победим в этой...
миссии, ну, по-другому назвать никак. В общем, давайте. Ну, почему они стреляют в камень? Я этого не понимаю. Почему не стреляют в него? Почему он стреляет в камень? Пушка-то. Так, молодцы, ребята, стреляйте. Ну, блин, он их просто растоптал всех. Давайте. Его просто не убить, ребят. Это нереально. Ну, серьезно. Как бы я ни старался, как бы я что ни придумал, все равно я не могу его пройти. В первый раз это было просто. Я просто взял мушкетеров, и они в него постреляли, после чего он упал, и я выиграл миссию. Точнее, уровень. Но в этот раз такое уже не пройдет. Я уже использовал дофигища способов прохождения 20-го левела с мушкетерами, и ни хрена из этого ничего не работает, как бы я ни пробовал. Но есть еще один шанс, то что я выиграю. Это берем, ставим вот эту штуку, ставим здесь наших, ну, как они называются-то? Ну, и одного Спирмана. Давайте проверим, что же будет. Ну, с этой пушкой ни хрена ничего не будет. Да, она просто куда-то улетела. Это тупо. Зато наших убило. Да они просто стоят, ну вы что, ну, серьезно. Ладно, у меня есть такой план, который вряд ли сработает, но попробовать все-таки надо. Ну, как бы не надо, но... Как бы вообще надо. Так, ладно. И мы сегодня, короче, это все попробуем после рекламы.